Ой, мужчина! Ой, мужчина! Ой, господи, да что ж такое? Господи, мужчина! Мужчина! Что с вами, а? А это Крым? Да. Значит, правильно. Координаты дали мне перед столкновением. Каким столкновением? Извините. Ой. Забыл представиться. Буханкин Дмитрий Александрович. Ой, куда ж вы? Капитан третьего ранга и погибшего корабля «Британика». Лариса, очень приятно, но как погибшего. Передали, что вроде ничего страшного не произошло, без жертв. Так кто же вам? Название вроде другое было, а? Так кто же вам правду скажет? Зачем панику поднимать? Ой, господи. А жертв, да, не было. Я последнего ребенка на руках спасателям вынес. Ой. Вынужден был покинуть ту ночь и корабль. Ну, конечно, последним, товарищ адмирал. Так точно. Есть трехнедельный отпуск. Служу отечеству. Ой. Лариса Викторовна, ну, ой, спасибо вам за все. За телефон, за кофту, за то, что меня с того света вытащили. Нет, нет, вы добрая и благородная женщина. Таких сейчас нет. Разрешите. Ой, ну что вы, ну, да не надо, ну что вы. А вы, может, пока здесь остановитесь у меня? Нет, нет. Зачем я буду злоупотреблять? Ну, в смысле вашим гостеприимством? Я пойду. Уже? Да. Дмитрий Александрович, никуда вы не пойдете. Я вас не отпущу. Значит так, останьтесь здесь до полного выздоровления. Да, ну что? Так, отставить разговорчики. Есть, отставить. Обобритесь. Хотел водичку попить, а ну вон как. Ой, господи, ну что ж вы себя не бережете, а? Ну вы же еще такой ослабший, ну, господи, ну позвали бы, я принесла, что ж я не человек, что ли, а? Ой, господи, ну что ж такое, напугали меня. Ой, идите сюда, ладните, ладните, а? То есть, нет, уже не сплю и, наверное, уже не засну. Это
знала. Ой. Я хотел сливы залить. Ну да, я так и поняла. Сливы залить хотел, чтобы червяк вышел, а тут вы вышли. Извините, бога ради, то есть нет, я не хотел. Ничего страшного, но только у меня, как бы это сказать, все сливы опрысканы, червяка вроде не должно быть. Вкусные, берите. Спасибо. Даже варенье опрыскано. Лариса Викторовна, вы меня извините за прямоту, но вы сейчас похожи на... На кого? На древнюю царицу. Не вертите? Да я не вертю, честное слово. Это вам. Ой, Дима! Ну, что такое, Дмитрий Александрович? Ничего, ничего. Вы порадовались, да, ну... Дмитрий Александрович! Дима! Подержите цветы, я денег принесу. Зачем? Ну, как, зачем? Денег, только вы ничего не трогайте. Да. Я сейчас. Ничего не трогайте руками. Это моя вина. Возьмите, пожалуйста. Да ну что вы, как... Это мужчина, пульки помогать. Да ну, глупости, что вы. Капитан, а не тете. Да, а что ж, капитан, да мы знаем, как знаем эти. Дайте мне, я сама вам. Да не ждали, дайте денег, держите букет. Ну не надо, ну не надо. Да я по вам. Я не могу. Ну как же так? Ой, а что же вы, зачем же букетом, а? Ты, господи, да что я как сдурел? Тетя, не тетя, не тетя. Дайте, я вот это вам, нет, а, вот это вам. Нет. А вот это мне веник, да. Ой. Ага, тогда я пойду поставлю веник в воду. Да. Вот, а вы... И веник в воду поставь. Букет в воду поставь. Вот это веник. А это цветы. А это цветы. А я веник. Пойду поставлю. Ой. Валя, прекрати рыдать. Но мне-то ты можешь сказать, что происходит? Вчера ночью пришел, женскими духами пахнет. Говорит, одеколон выпил, а сам трезвый лежит. Ну, Валюша, ну, странная ты женщина. Ну, сказал, что пила, сам трезвый. Ну, чем плохо-то? Про помидор какие-то байки мне рассказывает. Чеглы в химчистку слез. А у самого свиданка на яхте. Ой. Подожди реветь. Подожди, что ты, прекрати себя накручивать, в конце концов. Ну что ты Ивана не знаешь? Иван как Иван. Веселый, радостный, работящий, и пошутить любит. И вчера он у Юры попросил свадебный костюм. Ну, не на свиданку же он его.
денег. Ну ладно, ну все будет нормально. Тихо, все нормально. Ну ладно, ну все нормально. Тихо, все нормально. Ты что, Валюха, сегодня целый день на солнце позировала? Ну и как ее зовут? Кого? Как зовут, спрашиваю? В твоем случае Белочка. Смешно. Да кого зовут? Того, кому ты цветы покупаешь. Для кого ты чужие шмотки выпрашиваешь? С кем ты французские духи по ночам хлещешь? Для кого ты приваты на яхте заказываешь? Ты что думал, я не узнаю? А ты узнала. Ну тогда слушай меня внимательно, Агата Кристи. Теперь у нас с тобой только два пути. Либо мы сейчас идем в ближайший ЗАГС и разводимся, либо ты сейчас идешь со мной туда, куда скажу. Не скопчи, иди за мной молча. Ага. Вон, смотри. Агент Петяй на месте? Лариса на месте. Пиджак на месте. Приват на двоих на месте. Все? А, цветов нет. Ну извини, завяли. Все? Вопросы есть? Вопросов нет. Ну, Вань. Ну, Вань, ну, пожалуйста, прости меня, дура. Меня, Ивана Будько, обвинить в измене, а? Ну, я... Не подходи ко мне. С капустой, с творогом, с изюмом. Это ты здесь, значит, Иван Грозный, да? А если ты такой грозный, что ж ты честного человека в милиции бросил? А кто тут честный? Доброго здоровечка всем, Иван, я не хотел идти. Да не унижайтесь перед ними, Дмитрий Александрович. Вы же его от пьяных спасали, а он же с вами по-свински. Кто спасал? Митяй, что ли? И не тыкайте Дмитрию Александровичу. Он с вами гусей не пас. Пас? Еще как пас? И кизяк на хату месил. Да что ты несешь, а, Дмитрий Александрович? Уважаемый человек, капитан третьего ранга. Слушай, ты капитан, а ну гомони свою защитницу, а то ж я не сдержусь. Ты, Иван, давай, не груби женщине. Шо? Да не шока, деревня. Понаехали из провинции людям жизнь отравлять. Езжайте в свои кучугуры, ко всем относится. О, слыхай, Митяй, езжай обратно в кучугуры, а то засиделся тут за бабской спиной. Кто засиделся? Я. Нет, я. А то я. Конечно ж ты. Да ты что, сдурел? Ты же меня сам к ней внедрил. Да вот именно. Извиняюсь, а что значит внедрил? Гляньте, ничего, ничего. Лариса Викторовна,
Уж, уж, а врать у вас плохо получается. Да уж, не чита вам, Дмитрий Саныч. О, хотя что это я? Вот есть один номерочек. Ну вот. Вот, подсобка. Я раньше в ней швабры хранила, ведра. Без кондиционера, душа и горячей воды. Ну, как раз для вас. 500 в сутки. Сколько? 700. Брать будете? Да. Уважаемый, ключик возьмете? Свой ключик имею. Зараза! Руки побрывать тому это дело. Дмитрий Саныч! Здрасте. Здрасте. Что это вы здесь делаете? Да, помочь хотел. Так я в помощи клиентов не нуждаюсь. Особенно таких клиентов. Зачем вы так? Зачем? Нет, это я хочу спросить у тебя, зачем? Зачем ты пришел? Зачем ты поселился? Зачем все это? Зачем? Я хочу быть рядом. Да? Только я этого не хочу. Ольга, я виноват. Да надо ж было вот рассказать тебе сразу всего. До того, как я в тебя втрескался. Я струсил. Какой-то пацан. Струсил и просто боялся тебя потерять. А ты не прощай меня, не надо. Ты просто не гони меня, ладно? Потому что худо мне, Лорик, без тебя. Ошибка, худо мне. Сколько? Сколько я тебе должна? Понятно. 500. Сколько? 700. Ладно, хорошо, получите. Не нужны мне твои деньги. Я к тебе, а ты ко мне. Да пропади оно все пропадом. Вот так вот. Пришел. Главное баланс. Стою. Стою.